Не забудьте присоединиться к нашему телеграмму, потому что, в общем-то, все актуальные темы в первую очередь мы публикуем здесь. То есть вот если, допустим, я что-то задумала, если я уже сформировала какой-то план, то первые девчонки, кто об этом узнают, это, конечно же, наши участницы Телеграма. Потому что здесь пока веду лично я, девчонки только помогают. В остальных сетях там уже работают в основном мои помощники, и личное участие мое как бы более опосредованное. Да? Если поступил вопрос, я пойду отвечу. Но вот здесь и непосредственно в чате, обращаю ваше внимание, у нас есть еще отдельно чат. Чат подходит для всех, сейчас я дам ссылку, для тех, кто любит общаться. Потому что, ага, вот, нашла эту ссылку. Так, пригласить по ссылке. Копировать, да. Чат, конечно, подходит для тех, кто любит общаться, потому что канал – это то, где просто публикуется информация, и там вы можете отреагировать на какое-то сообщение, написать комментарий. Но вам постоянный поток диалогов не виден. А те, кто непосредственно участвует в чате, это значит, вы практически, да, это я вот перемотала на такую публикацию с правилами. Она у нас есть. Кстати, публикация с правилами, где находится? Вот она. Правила чата. Вы кликаете сюда и попадаете на правила чата. А в обычное время, да, вы смотрите как раз хвостик, и вы здесь будете видеть какие-то публикации, обмен впечатлениями, примерки, общение. То есть здесь непосредственно происходит вот такая живая жизнь. Здесь есть и гости, здесь есть наши студенты, клиенты, выпускницы, все, кто желает общаться, продолжать более тесно. Ну или канал, где просто идут публикации наших анонсов, сообщений, планов.